вы еще там вот снимите. А что там? Вот, вот где поликлиника детская, где, конечно, 24-я, там вообще. А что там? Там разрушены вообще дома. А вы местные жители? Да, да, вот, вот, Олимпийская 187, вот он, третий подъезд, 7-й этаж, 97-я квартира. Скажите, люди уже в квартиры возвращаются или в подвалах? Нет, уже вернулись в квартиры. Давно? Вот. Ну, вот буквально пару дней. Пару дней, когда успокоилась, зашли ребята ДНР-овские, зашли чеченские ребята. А тут бои были, да? Здесь не бои, это все разбивали азовские войска, вот это все били. А Азов. Где находился Азов? Азов находился вот в этом подъезде. Вот в этом подъезде они с этой крыши били, с миномета. И в этом подъезде находились, с угла дома били тоже. Сколько оттуда тут было ребят из Азова? Из Азова, ну, насколько мы их посчитали, было около 25 человек. Одеты, экипированы. Сюда приезжал лично ихний корректировщик. Так. Да, приехал корректировщик. Ну, со своим этим самым. У него спросили нашими, а что? Говорит, ваш квадрат не будет подлежаться обстрелу. Буквально минут 10-15 проходит, и вот это все прилетело. А что делал вот этот мужчина? Он занимался? Он здесь присел по аппарату, смотрел, определял просто-напросто, ну, корректировку. Ну, вот. Сюда подъехала машина ихняя, Азова, вот, и просто-напросто они сняли координаты, и потом сюда вот это все долбануло. Офигеть, офигеть. Смотрите, что творится. Куда едем, куда мы ходим. Охуеть. Один танк стоит 18 миллионов евро. Охуеть. Пидоры, блядь, да? Смотри, смотри, что делать. Охуеть, блядь. Это ЗОИСТ. Вокзал, ЖД вокзал. Вот сука, прикинь, да? Не плачь. Отойди, сюда, перед. Перелезем. Все вытащим. Опа.
4 опять. А там что они пропадают? Ой, что дали, не выясни. Ты пятый, да? Ебать. Жестко.